Накануне в Эссо стартовал основной этап гонки на собачьих упряжках «Берингея-2021». На старт вышли 13 каюров. Им предстоит преодолеть дистанцию в 950 километров и финишировать в Оссоре. Планируется, что гонка завершится 15 марта. Перед началом соревнований все спортсмены и собаки прошли медицинское обследование. Для участников и гостей гонки в селе были организованы праздничные мероприятия. Всех желающих угощали блюдами этнической кухни, знакомили с традициями коренных народов Севера. Провожали каюров под песни и танцы местных ансамблей.